Всем привет, с вами Мавкус, и сегодня у нас будет небольшой обзор вот такого храма, который у нас встречается в джунглях. И что же, этот храм мы можем найти в джунглях, но не во всех. Довольно нечасто он нам будет встречаться, и здесь он мне встретился случайно, когда я делал обзор на проигрыватель, я пролетал мимо и заметил его, ну и потом, почему бы не делать? Так вот, эту штуку добавили в какой-то версии Майнкрафт, я точно не помню, он, по-моему, в 1.3.2 или что-то типа такого. Что здесь есть? Есть храм, состоящий из булыжника, это его верхняя часть. Но если мы спустимся пониже, то, по идее, у нас здесь есть растяжечка, да, если мы на нее наступим, то на нас полетит стрела, которая мне не попала, по мне, их тут всего ничего. Также здесь есть еще один сундук и опять же еще один диспенсер со стрелами, то есть раздатчик. В этом сундуке обычно лежат много костей, гнилая плоть, иногда можно найти алмазы, железо, золото и, в общем, еще какие-нибудь плюхи. Также здесь есть код, который мы должны отгадать. И если мы его отгадаем, то мы получим еще один сундук, который у нас вот здесь. Здесь уже самые плюшки посильнее. Здесь у нас кости и золото, и железо. Да, вот такие у нас были плюшки. Также здесь можно собрать поршень липкий, репитеры, даже тут 3 липких поршня, довольно хорошо. И собрать много-много зеленого камня замшелого. И радоваться жизни. И вот такой у нас был храм, который давали в какой-то версии. Я точно не знаю. Если знаете, напишите в комментариях. И с вами был Мавкус. Всем удачи, всем пока.